917 год. Красное знамя. Видишь красное знамя? О, Ленин. Кто Ленин? Вождь народов. Да. Всех святых. У тебя деды годится. Это деды. Деды. Ну что ж, парень. По-моему, он все-таки здоров. Нет, а рентген давай ему дадим. Дайте мои очки. Хорошо, дадим рентген. Ну что ж, пошли на рентген. Не хочу так. Надо. Будешь служить. Пехотой будешь. Во, все. Ну, дядя Жеглов, не надо меня мать. Где я? Где я? Что это было? В призывном пункте, дружок. Читаешь, а не умеешь. Прочти. Точно, призывный пункт. Ну что, посмотрим на рентген. Что-то у него глаза больно большие. Где, вот эти, что ли? Да. Да не, мало. А что это за куча внизу? Ой, это я боялся. Знаешь, какая избушка была? Вложился я его. Ну-ка, дай-ка мне глазик твои посмотреть, так, дружок, после вспышки. Ну вот они. Она задел. Ты же мне глаз выжиг. Ну ты же слепой. А точно, я же вспомнил, я же слепой. Поэтому что я испугался, перепугался весь. Ну что ж, нос в порядке, ух тоже. Куча, ладно. Ладно. Пупок на месте. А у вас трусы запасные есть? Трусы выдадут. Спасибо хоть на это. Ну что ж, дружок, все. На, бычок заслужил. Я ж в армии. Годен, дружок ты. Годен. Все, иди. В армию, давай. Дисциплина. Следующий. Так. Кто с тобой? Это кто? Никитос Т. Мазай. Т. Тормоз. Правильно? Правильно. У меня тут что-то то... А, то... Тихо. Подожди, то... Ну тормоз! А, тормоз. Тихо! Пионер? Да. А, я тоже не лыком шитый! Ага! Народное техно! Грохот тракторов! Народное техно! Эшн прожекторов! Народное техно! Да, танцуют все! Народное техно! Да, большой успех! Своя парень! Народы всякие! Отлично! Ну ладно! Чё? Ты себе очки приобрел, да? Конечно! Ну здесь слепой какой-то придурок был! Вообще! Труфяк! Да. Не знаю, кто он, но слепой явно. Да. Но мы его зачислили. Да. Тебя тоже. Все, свободен. Ну подожди, мы что? Свои. Что? Ну как? Ну, что? Ты вспомни, как мы с тобой с Любашкой там это... В заднюю проходу сразу, да. Нет. Не стали ждать, да? Нет. Ладно. В общем, ты знаешь, какая неприятность произошла? Ну? Наша жалоба. Меня, короче... Заезженная формулировочка, да? Ну. У меня ночью... Понимаешь, там, это... Ну... Что? Ну, ты понял. Что это? Ну, это... Да, я даже не напишу. Вы тоже поняли? Ладно, ну и что? Это нормально вообще-то. Ну, так что, это... А когда я иду в туалет, он это... Падает. Они все поняли. Да. Хорошо, но это тоже нормально. Писька. Это нормально? Нормально. Ну, нормально, да. Нормально, но понимаешь, он у меня падает это, в унитаз, буль-буль и все. Вот это ненормально. Ну что ж, надень-ка шапулю, надень-ка очки. Теперь вроде как туда, куда надо падать будет. Думаешь? Конечно. Ну так вы меня в армию не берете? Ну почему? Упадет, поднимешь, и все. Да? Берем! 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 Испугался! Эй, военный билет! Да почему? Военный билет! Там сзади твое фото! Ох!
Ой, ну а мы пока почитаем краску. Это не тот этап, слепой, помните? Это сразу мужик! Согласимся? Ну что ж, почитаем пока. Давай. Эй! Следующие, заходите, по одному. Скручу-ка я сигарочку. Смышляя вы, г, и, о. Г, это что? Вот справка. Я ж сказал, по одному. Эх, черт не пойму. Ай, не сэр. Скрутил я себе сигарочку новенькую. Ну что? Вы родину-то свою любите? Да. Обожаете? Хотите? Отдали бы хотите? Свою жизнь? Я за хотел родину. Бы, но не могу. Отдали бы? Почему? Отдали. Да вот, подожди. В последнее время у меня глухота, сухом что-то. И с этим тоже. Ну что скажешь? Значит так. Что? Утром, днем и вечером уши мыть с мочалкой. Понятно? Нет, не слышу. Не слышно, объясни. Значит так. Утро, день, вечер. Правильно. Оператор звук. Он все понял. Ну что ж, я думал, он годен. Смотрел кто-то, да? Нифига! Что? Я ничего не слышу, приказы не смогу выполнить. Ты что, тупой, что ли? Чего? Тупой, что ли? Нет. Ну и все, тогда будешь служить, отлично. Как да? Кстати! Ты что, глухой? Ты что? Да. Что? Будешь на связи, ладно? В радиовойсках служить будешь, все. Будешь налаживать связь и так далее, там глухие особенно так... Не нужны, но один не помешает. Ну ничего, командир будет делать все вот так вот руками. И вы, ты. Азбуку Морзе. У меня давление плохое. Азбуку Морзе, знаете? Что? Знаете азбуку Морзе? Громче говорите, я плохо. Знаете азбуку Морзе? Нет. Не умеешь? Научил. Не хочешь. Хочешь? Заставить. Хочешь? Хочешь научиться азбуке Морзе? Хочешь научиться азбуке Морзе? Нет. Не хочешь? Заставим. Пиши годен. У меня все. Давление плохое. Годен, браток, на. Вас вылежат в военкомате. Следующий. Подымлю я. Следующий. Вот здрасте. Фу, ты не с той стороны. Я что? Вот кто? Да вот я брат. Вот. Справочку. Вот. Зубки покажите. Вы что, вампир? Не, никогда такого с собой. А почему тут у вас вампир показан? Сидеть. Ты кто? Фамилия Иосиф. Да я. Ну ладно, с этим разберемся в военкомате. Да подожди, это мы и есть военкомат, ты что? В другом отделении. Короче, фамилия Мочи там. Да вот я смышляю в это. Георг меня зовут. Георг? Ну да. Ладно. Короче, парень. Так, вы родину свою любите? Родину? Ну это дело хорошее, я... Родину люблю. Да понятно, но вы готовы вот, если бы вы ее очень сильно любили, вот вы бы за нее жизнь готовы были бы отдать? Вы смогли бы за нее жизнь отдать? С чего начинается родина? С меня, да. Ну, картинки в твоем букваре. Будет служить. Будет служить, так, да нет, следующий. Зачем в армию? Давайте я лучше. Давай. Давай в армию, да. Будешь врачом, что ли? В женский да клуб хочешь бумажки такие. Какие-то. Вот если бы твой отец хорошую зарплату получил, да? Ну тогда вам миллиончик заплатил. Да это ж валюта такая, иностранная.
Чего не знаешь? Все, служишь. Да нет, они зеленые, белые. Я понимаю, если бы там еще зайчиков подсунул бы там. Да, ну, да все, карбованцы. Служишь, все. Нормально. Карбованцы, служат. Служат, все, следующий. Служить. Следующий. Вот такой, ну опять варту взять. Следующий. 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 Можно. Не так и можно, но и нужно. Фамилия? Черный. Почему? Цвет любимый. Имя? Шпак. Свояк. Ну что ж. Так. И... Что ты хочешь? Домой. Ну как домой? Все хотят домой. Все хотят домой. Даже я хочу домой. Да. Служить за Родину надо. Надо. Будешь служить? Нет. Почему? Не хочу. Заставил. Заставил. Он заставит. Он такой. Он... Не захочешь, вот. По трибуналу отдам. К стенке расстрел. За что? Ну, ты же не хочешь. Ты хочешь в армию, там, в окоп. Любишь окопы рыть летом? Нет. Что? Не, почему? Потому. Ладно, ты на что жалуешься? Намекай сразу, что мне это. Или там, да. Если что, то давай.